Генетики Казанского федерального университета совместно с учеными из Института науки об истории человечества сообщества Макса Планка восстановили геном самой древней чумной палочки на Земле. Ее следы нашли в останках людей, живших в окрестностях Самары в конце бронзового века, примерно 3800 лет назад. Обнаружить инфекцию удалось на останках двух из девяти людей из могильников Самарской области. У обоих был найден одинаковый штамм юстиановой чумы, который имеет все генетические компоненты, характерные для бубонной формы чумы. Мы проводили выделение генетического материала из древних останков, ну то есть это костные останки, в данном случае зубы были, и пытались найти, если простым языком говорить, кусочки генетического материала вот этой самой бактерии, которая способна вызывать заболевания. По мнению следователя, обнаруженные бактерии являются предками инфекции, вызвавших крупнейшие в истории человечества пандемии. Предполагается, что найденная бактерия убивала людей, живших еще в конце бронзового века. Оказалось, что уже как бы 3800 лет назад существовала вот эта вот бубонная форма чумы, и она была способна передаваться через насекомых блох, ну, как бы, через блоху грызунам и через грызунов к человеку. Ученые уверены, что вирус мог распространяться через блох. Таким образом, ранее принятый возраст бубонной чумы увеличился сразу на 1000 лет. На сегодняшний день эта палочка является старейшей и является предком штаммов, которые вызвали самые смертоносные пандемии в мире. Юстиановую чуму, черную смерть и эпидемию чумы в 19 веке в Китае. Ряд средств массовой информации написал, что на данный момент в Самаре очаг бубонной чумы, вызвав тем самым переполох в соответствующих органах Самары. К сожалению, порой случается так, что информация становится фейком, если информацию воспринимать поверхностно по заголовкам. Диана Шилова, Универньюз.